Сегодня в Украине день скорби и памяти жертв Второй мировой войны. С 22 июня 41 и по 8 мая 45 года продолжались боевые действия, в которых участвовали украинцы. Они сопровождались жестокостью, масштабными разрушениями городов, сел, массовым уничтожением и депортацией людей. По данным Института истории Украины, во Второй мировой погибли около 10 миллионов украинцев, которые участвовали в боях, и почти 13 миллионов мирных жителей. Сегодня по всей стране прошли поминальные мероприятия.